продолжаем. Короче, чё, ебать, в этом регионе мы сделали все. Нет, не все. Задание какое-то еще тут есть у нас. Одно. А что с заданием? Может, оно идет? Производство блажек и соленой лодки. Санты захватили с ними ДВД. А это какое задание? Ага. Может, тут? А, наверное, вот эту хуйню. Помогите Дэйву найти все пропавшие сувениры. А где, ебать, искать-то? Нахуй показывай же, смотри. Где их выебу, ебать? Чё, карту надо открывать, блядь? Давай карту в Яндексе откроем. Сейчас на базу поставлю. Все, нашел, вот. Вот так выглядит этот башкотряс чизбургер. Все, летим. 1400 метров. Полетели. Бля, главное, что волчьи эти маяки ебучие, я все подделал. Они меня реально заебали, нахуй. Это геморроидальное задание ебучее. Я тебя просто облетал, где-то час, наверное, летал и ебланил. Я заебся, рили, бля, заебся. Задание надо делать потихоньку, да. Их, блядь, сколько? 7 штук. Ну попробуем за эту серию, короче, все эти башкотрясы собрать. На вертолете оно будет быстрее гораздо, ебать. И легче. А мы здесь прям посадим вертолет. Охуенно, был вертолет и нету нахуй. Сука. Где башкотряс? О. Чё, какая-то записка, блядь. Спрятано снаряжение, горе. Я собрал все снаряжение, которое мы забрали у пленных. Я оставил его на хранение в главном трейлере для знака, когда приедет грузовик, чтобы я открыл трейлер Крис. Какой трейлер? Тут трейлер есть? А, вот он, да. Ага. Дали тебе жизнь, сын. Так что я сам разберусь, что и как делаю. Привет, я Хёрк Драбман старший. Я ветеран. У меня есть небольшой бизнес и любимый сын. И я баллотируюсь в Сенат. Да это я слушал. Так, а где еще башкотряс? Вот он. Нахуй, ну, я слушаю эту хуйню. Так, куда идти, в какую сторону? Ага. Метров. А, ну я думал, что оно, ну, оранжевым выглядит цветом, оказывается, нихуя. Бля, давай лодку вызовем, хули делать. Управлять, вызвать. Где она? А, есть, я не хуй с ламу уже вызвал. Давай. Поехали за башкотрясом.
чувак, ты что, ебанутый? Куда они тут взялись, блядь? Так, ищем далее. Башка тряс. Вот тут еще вьетнамская жига, ебать, есть. Где-то там в горах. Давай заберем тоже попутно. Теперь я знаю, как выглядит эта хуйня вся. Надо еще будет сегодня бизона ебануть с этой, с бамбуковой палки, нахуй. Аптечек закупить. Ну или найти. А че, сколько у меня там навыков? Хватит чем прокачать? 4, блядь. Маловато. Да хуйня это нахуй, ну. Я и без них прекрасно справляюсь. Косой чувак ты. Не попал. О, попал, молодец. Ха-ха. Петух ебаный. Да сука, блядь. Охуел. Сейф есть. Ну тут смотри, какие-то еще и плюшки можно найти. Прикольно, блядь, не взломал до конца. Все, да? Давай дальше смотреть. Башкотряс. Что это? Силосная башня. Бля, здесь, смотри. Блять, откуда? Давай отсюда, похуй. Так, это уже территория этого гаврика, да? Бля, ну сегодня его надо замочить по-любому, завтра эту бабу, блядь, ебашить будем. Так, 300 метров, нормально. Пойдем. Смена региона, долина Холланд. Бля, у вас за хуя, пацаны? Пистолеты, кстати, убиваешь, дают эти два раза больше шкур. Надо собирать, ну, правда, блять. Рюкзак маловат. Чтобы больше таскать. Я вообще не знаю, сколько у меня рюкзак вмещает. Да, может, создадим что-нибудь там. Что это? Масло из блажи, степной перец. Ненадолго повышает ваш урон в ближнем бою. Статистика отмечает всех зверей противников по лицам, также обращает. Давай. Обнаружено новое место. Школа святого Исидора. Блядь, что бы я делал без этого навыка, да? Да?
Так, давай дальше смотреть, где у нас еще башкотряс есть. Тут что, силосная башня? Давай-ка ее ебанем попутно. Хули она будет. Как же хреново-то! На помощь! Так, я тут, судя по всему, не был. Давай зашарим как раз местность. Ха, хорош. Ну обыскиваю. А, его нельзя обыскать. Опять это срань, блядь. Ладно, давай дальше смотреть, где еще у нас башкотряс. О, есть вот здесь. Давай отсюда. Метров. Ну пошли. Что, блядь, голова чуток болит, блядь. Кто меня видел-то? Да? Где башкотряс-то? Так, давай дальше. Ага. Здесь нету. Здесь нету. Может, на территории этой шлюхи? Да. Сука, далеко, ебать, пиздец. Давай, похуй. Туда. Отсюда вертолетчик возьмем, на вертолете полетим. А вот и вертуханчик. Блаженная земля ты наша. Аж все двоится, бля. Вот здесь садись. Что?
Листовка Зипа. Дело не только в еде, они промывают нам мозги и другими способами. Фильмы, телевидение, видеоигры. Почему вы думаете везде одно и то же? Сплошные сиквелы. Это все пропаганда. В толпе гоблинов есть мыслительный центр. 7 ультралибералов, которые создают шаблон, рассылают их во все компании. Компании потом добавят свои логотипы, немного продакт плейсмента, и на следующей неделе вам уже продают то же самое, что вы видели на прошлой, но чуть-чуть измененное. Форсажные войны. 8. Месть трансмитителей или что-то там еще есть. Если кто-то скажет, что он голливудский сценарист, выбейте ему зубы, не раздумывая. Черт, у меня прямо идея фикс была найти этого урода. Это все, о чем я думала. Спать не могла. И что-то меня не попускает. Придется вынести всю секту. Да все хорошо. Смерть отдельщика! Где этот ебучий мишка? Быстрее! Тихо, ебать, что охуел. Где эта хуйня-то? А, вот. Привет, милот. Неужели, блядь? Так, дальше. Йо, это... здесь ничего, наверное. О, блядь, где я нахуй ебать? Ебать, копать. Хули, надо брать вертолет и лететь, блядь. Ну, эту бабу надо кончать, потому что в блаже я не собираюсь, нахуй, галлюцинации ловить. Че, давай на паузу поставлю, как долечу, чтобы, ну... Далеко надо лететь, да? Метров, бля. На пазу поставлю. Так, чё, подлетаем. Тут кто-то меня палит все время. А эта хуйня у нас находится в этом доме где? Там у нас сектанты. Это было. Кто с... Сука, ебучий пес. У них теперь обычные псы, кстати. А похуй, у меня все равно 9 из 10 осталось. Я задание доделал. Ждет тебя. Иди нахуй. Бля, или эту бабу первую кончит? Она какая-то ебанашка вообще. Мы позвали тебя в наш дом и в наше сердце. Уверуй в путь и обретешь все ответы. Ой. Куда идти-то? А, вон ты. Блять, я тебя кончу, нахуй, ты заебала меня. Идиотка ебаная. Сейчас даже наши враги ищут спасения. Мы созданы не для этого. Наш путь ведет нас прочь от этого мира сейчас. В такие времена всем нужен совет. Мы должны быть бдительны. Должны быть сильны. С
Смотри же, и ты все поймешь сам. Ведь стоит этому миру узреть то, что мы создали здесь, в Новом Эдеме. Любовь. И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Ты судишь? Судишь нас. Судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости, что и я. И что, неужели тебе не страшно? Это и есть мир? Это? Тот мир, что мы оставим своим детям? Люди все больше разобщены. Кругом возводят стены, потому что лидеры слабы и беспомощны. Тираны одурманены своей властью. Я не просил об этом. Я был избран. Придет конец всего сущего. Ты ведь знаешь. Да, знаешь. Человечество слабо. И уязвимо. Мы мчимся навстречу своей гибели, и нет никого, кто хотел бы действовать. Я это вижу. Ты это видишь. Мы не безумны. Так что же нам делать? Расслабиться и ждать неизбежного. Поверь мне, я далеко не идеален. Но я видел, что нас ждет, и решил действовать. Вести. Люди разобщены. И наш единственный шанс — это вернуться к тому, что мы потеряли. К былой невинности. К безопасности и защите. К Эдему. Я спасу тебя. Но тебе нужна вера. Что за бред, блядь? Ну пиздец. Пугал нас до усрачки. Эй, шериф, у нас не все вернулись. Вроде... С кем был Бёрк? С Грейди вроде бы, но... Ну и где Грейди? О, боже. А ты... Ты отдыхай, отдыхай. Отсыпайся. Чёрт. Выходишь из блажи слишком быстро. Мозги становятся раком только так. Вот черти, блядь, а. Накачали, блядь. Блаш. Спасибо за помощь в тюрьме. Да не за что. Я боялся, что ты сгинул в блаже, помощник. Слава богу, шериф в порядке. Помоги людям, чем сможешь. Так, а где остальные-то? Последняя, где фигурка? Ищем. Ищем. А
Клэр где-то здесь, блядь. Да где эта хуйня-то? Где она? Где? Где? Да где она, ёпта? Ладно, я понял только одно, что это баба. Она может только блажью укачивать. Там же одна такая, да, осталась? Да, посмотрим. Три тысячи метров где-то рядом. Далеко, значит, где-то. Сука, ну где эта хуйня ебучая, блядь? Тоже, да, алтарь, блядь. Тоже алтарь. А где же этот башкотряс-то, блядь? Как найду, возобновлю. Нашел, вот он. Телепортируемся, это территория Иоанна, да? А не, это хуя этого, блядь. Чушка ебать. Ха. Вот он. Все. Так, и чё? Куда к нему все? Просить не вредно. Надо еще будет достижение сделать потом, как я серию сниму, 10 самолетов сбить надо. На свою хуйню ебал. Получилось. Боже милостивый, господи, господи, это лучший день в моей жизни. Спасибо, дружище. Теперь мне не грозят страдания и депрессия. Все, да. В отличие состояли, знали, сделано. Футболка чизбургер, блядь. Долина Холланд. Разъебите силосные башни. Выживальщик. Силосные башни. Это надо вертолет заказывать. Днем. Так, это территория. Вот это мне нужна. Силосные башни сейчас разъебем. А, блядь, с той стороны.
вертолетика, давай. Да. А где? Вот он. Так, ну здесь силосы должны быть нарисованы, где находится лихуй в нос, они не нарисованы. А, будем на ощупь искать. Так, давай мы сразу карточку вот так сделаем. Так, осталось 4 силосных башни. Давай выискивать. Наверное, на паузу будем ставить или нет? Ну, силосные башни, ну, не трудно обнаружить, наверное, будет. Маяки для волков, они тяжелее находятся, находились. Где же они могут быть? Так, а куда я лечу? Так, вот здесь уже территория этой. Будем, чтобы знали, чтобы оно не уйти. Так, здесь тоже силосная башня разбита. Что дают пацаны? Так, давай теперь сюда. Хули, надо искать, давай на пазу встать буду. Так, нашел силосную башню. Заебись, еще дальше. Так, нашел еще одну силосную башню. Вот она. Осталось еще две. Еще дальше. Нашел еще одну. Еще одна осталась. И вижу последнюю, находится рядом с ней. Помощник, слушай. Вдоводел стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на эдемщиков. Будь осторожней. Все, а? Рядом есть задание. Какое? Так я же завершил. У них тут тревоги нету, блядь. А что тут надо сделать? Зъебать их? Boże! Boże!
тут еще и это, клад есть. Записка сопротивления. Если меня читают демщики, знаете, вы у меня на мушке. Если вы сопротивление, приходите к элеватору, буду ждать вас внутри. У меня крутые игрушки, которые можно использовать против сектантов. Только смотрите под ноги, по дороге сюда. Мои маленькие друзья не любят, когда их беспокоят. Ну и на... Ключ от склада. Доступ на склад ограничен. Чтобы попасть внутрь, нужен ключ. Его можно взять около палатки. Но прежде нужно спросить разрешение у крестителя. Будьте бдительны, мы должны охранять вдоводел. Бля. Подожди, ну это понятно. А что у нас с заданием это... Давай мы два зайца, ебать, ёбнем одной стрелой. Что тут у нас? Найдите тайник. Блять, ну если я рой сейчас ебану, это пиздец будет. Но это не то. Этот пасек пчелиная, что ли? Нормально, ебать. Хуя, как туда попасть? Больше ничего нету, да? Ну а теперь можно и за этим заданием идти. Давай мы его выберем. Так, а мне надо спиздить этот грузовик, да, я так понимаю? Сейчас, подожди, это больше ничего нету. Нет, не открывается. Ну, поехали. Я что даю, да?
Прикольная хуйня, ебать. Что за хуйня с красками в игре? Ой, я случайно. Случайно из этой люльки выпал. Погнали. Не, сложности не будет никакой. Заебали они нахуй. Бля, как автовождение включить? Чё это было? А чё это было? Только не сначала, по-братски. В Востоке погибли 19 человек, 38 ранены. Это уже третий. Ладно, как доеду, последним поставлю на запись. Да, ну что, едем? Я понял, как из нас стрелять. Вот так, короче. Сейчас, подожди. Сюда, да? Хорошая тема, ебать. Едет быстро, бля. Не поцарапал? Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось.
Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо. Ну чё, пацаны, надо все заканчивать, все, все, срался, всем пока.